Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить на такой вот печке пиццу. Пиццу будем готовить? Так, И бургеры. значит, нам нужен замес теста. Берем, что, желтенький возьмем? Да. Так, замешиваем тесто. Так, вот наш стол с замесной. Ложим заготовочку. Ложим заготовочку. И затаскиваем в печь. Вот. Опа. А где? Где же тесто? О, вот оно. Вот тесто. Ой, как получилось. Так, тесто получилось неудачное. Давай еще раз. Давай еще раз. Ну только из этого теста. Берем побольше теста. Побольше не надо. Вот и так есть больше. Делаем заготовочку. Делаем заготовочку, ложим. Не тесно мыться. Засовываем в печь. И жарим. Опять куда-то делось наше тесто. Вот она, заготовка. Тесто готово. Такс. Готово, но маленькое. Не маленькое, большое. Ну, такое средненькое. Ложим на лопатку пока. Я хочу еще раз сделать. Надо побольше теста. Побольше не надо будет. Просто надо сильнее нахмурить. Все. Пускай. Не, маленькая. Попытка номер три. Берем большой кусок теста. Большой, огромный кусок теста. Ложим заготовку. Вот и так большое тесто. Вот и так большое тесто. О! Вот и так большое тесто, пап. И все равно маленькое. Нет, во, большое. Ну, давай твою заготовку попробуем. Ну, пойдет. Теперь нам надо сюда положить... Что-нибудь из такого. Так, нам надо положить сюда... Давай зелень. А может не надо зелень? Ну мы ж пиццу делаем, нам же надо на тесто что-то положить. Я знаю. А может клубничное сделаем? Так. Так, что мы можем сделать? Вот можно... Так. Вот у нас получилось
зелень. Ложим на пиццу. Так, следующее у нас что будет? Ну, да. Не, давай еще одну зеленую. С другой стороны положим зелень. Вот еще одна зелень. И нам что нужно? Давай помидоры. Красного у нас нет. Может, клубнику вместо помидоров? Придется розовые помидоры. Может, клубнику вместо помидоров? Так мы что делаем, пирог или пиццу? Пирог. Ну-ка посмотрим, что у нас тут есть. Пирог. Здесь у нас есть... О, сыр. Нам нужен сыр. Папа, нам нужен сыр. Ну, давай клубнику, что ты хотела. Ну, да. Где клубника-то? Вот клубника, да? Да. Пусть будет у нас розовая клубника тогда. Розовая и... Клубника и есть розовая. Наверное. Такая вот получилась клубничка. Ложим сюда. Давай... И еще один продукт. Какой мы сделаем? Мармеладное сердечко. Давай конфетку. Шампиньон положим, грибок. Шампиньон? Гриб-шампиньон. Давай уберем одну, а то места не хватит. Одну уберем, давай, а то места не хватит. Давай, давай. Давай уберем, так. Где гриб-то у нас? Вот грибок. А я пока что попробую кое-что сделать. Синяя ягода. Такой вот гриб получился. Я хочу сделать синюю ягоду. А как она называется? Синяя ягода. Так. Ложим пиццу. И отправляем в духовку. Ложим нашу заготовочку. Стой, и в духовку. Стой, пока что еще не надо в духовку. Надо еще питальную конфету сделать. Ягоду хотелось. Все же. Вот наша пицца готова. Она... Вот так вот. Вот смотрите, ребята. Такая пицца у нас. Все, в следующий раз будем готовить что-то другое. Всем пока. Папа, что ты наделал? Зачем так сильно нажимать? Я вообще-то боялась, что они сильно прижмутся.